Всем привет! Сейчас будет обзор из Галамарт. Давайте посмотрим на мои новинки, мои покупки вместе с вами. Покупок немного, но все они очень прикольные. Итак, мои покупочки в Галамарт. Я купила вот такое вот масло, аромамасло. Стоит оно 91 рубль, я 4 штуки взяла. Вот так вот оно выглядит. Самое вкусное, вот Arabian Night, мне понравилось. И что еще? Просто прикольный очень запах. Кстати, как вам моя новая помада? Это Dior. Я буду делать распаковочку из L'Etoile, Sephora, что еще? Что-то еще. Ну, в общем, короче, будет распаковочка и с лилией. Lilian Passion. Производство эссенции, кстати, написано Германия. 8% содержания эссенции. Вот. Это что касаемо ароматов. А так будет обзор у меня еще косметики. Из L'Etoile, Sephora, еще что-то там. И я все покажу свои новиночки, что я купила. Ну вот, видите, не удержалась уже. Она красилась, мне очень нравится цвет. Классная. Я была там, да, и купила косметики. Вот, далее. А что еще? Лаванда, да? Лаванда, розмарин. Все они интересно очень пахнут. И что еще? Что еще? Хвойные деревья. Хвойные деревья. Черное агаровое дерево — это Arabian Night. Лотос лилия. Хвойные деревья. Так, все это ароматические эти масла, их можно добавлять и на палочки, знаете, вот капать на диффузор, если вдруг у вас закончились, вот, пожалуйста, можно накапать вот этого масла. И в ванну можно накапать этого масла, можно как духи использовать. В принципе, что хотите, то и делайте, да? Следующая моя покупочка — это вот такие вот аромасаше, да? Ароматизатор попури. Ароматизатор попури. Знаете, есть стоимость 139 рублей. Сколько тут у нас? Не написано граммовку? Не написано. В Икее, знаете, такие есть? И вот я подумала, это что-то типа икеевского, вот такого сушеного. Тут какие-то всякие листья сушеные. Хвоя даже тут какая-то вот сушеная. У меня есть специальный такой баночка для этого, и я туда насыпаю, как ароматизатор идет. Так что вот, 139 рублей, я не помню, сколько в Икее, кто знает, напишите. Возможно, в Икее даже это стоит дешевле, но не факт. Ну, далее, я купила еще палочки, вот такие вот, сандал. Аромапалочки. Тут их 8 штук, 91 рубль. Да? 8 штук же их.
Да, 8 штук. Сандал, я бы такие взяла. Агарбати. Так, и еще я взяла вот такие вот палочки. 4 штуки. Они по 148 рублей. Тут 20 штук в наборе. 20 штук в наборе. Итак, называются они Индокитай йога. Я уже, правда, зажигала их. Муск. Муск. Корица. Розмарин. И мята. Больше всех мне понравилась мята. Она такая приятная. И муск. Очень такой аромат интересный. Как будто духи какие-то. Вот, корица, розмарин. Ну вот больше как-то мята. Розмарин тоже хорошо чувствуется. Но больше мята и вот эти вот как под духи, как будто муск, понравились мне. Так, 148 штук, и я взяла 4 на 592. Далее я взяла еще резинку бельевую, просто белая бельевая резинка. Стоимость резинки 39 рублей. Еще мне дали вот такую вот брошюрку со скидками и карточку на 15%. Тут брошюрка, все со скидками, скидка 30%, 15%, 20%. Но я так и не потратила ни брошюрку, ни скидку. Срок закончился, как я смотрю. Это было из-за того, что магазин новый открывался. А срок уже закончился, по-моему, да? Правильно я понимаю? Да. Все, это мне уже не надо. Ну, давайте с вами зажжем палочки. Вот такой вот коротенький был у меня обзорчик. Давайте мяту зажжем. Я хочу мяту. А что, я мяту разве не открывала? Ощущение, что я мяту еще не открывала, представляете? Ну, не открывала. Так, зажигаем. Ну, вот этот мозг, это просто супер. Кто будет в Галамарте, обязательно возьмите. Это просто суперский аромат. Мята освежает и так успокаивает немного. Потому что оно такой спокойный аромат мяты. Так. Все, в принципе, вот такой вот у меня был обзорчик, короткий. Больше я ничего там не купила, потому что у меня все есть. Кому нравятся такие видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мы будем с вами всегда вместе. Будут еще обзоры распаковок, покупок моих, обзоры из магазинов, обзоры масок, так что и обзоры макияжей. Так что не пропустите, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.